Зря. Что зря? Да вот, венчание. Каждый день венчаем, крестим, хороним, а все никакого толку. А чего бы ты, собственно, хотел? Так, ничего. Все зря. И поют, и кадят, и читают. А Бог все не слышит. 40 лет тут служу, и ни разу не случилось, что Бог слышал. Все зря. Зафилософствуй, и ум вскружится. Сегодня в обед хоронили, сейчас венчаем, завтра утром крестить будем. И конца не видать. А кому все это нужно? Никому.